Выборы в Казахстане состоялись в соответствии с нормами Конституции, а передача власти прошла в спокойной и неконфликтной ситуации. Об этом заявил председатель Конституционного совета на заседании парламента. Переход полномочий президента и внеочередные выборы главы государства состоялись в строгом соответствии с нормами Конституции. Тем самым вновь была подтверждена преемственность и приверженность общества и государства, заявленному Елбасы еще на заре независимости, курсу верного следования духу основного закона. И сегодня же парламент одобрил отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. В казну Казахстана поступило почти 23 миллиарда долларов. По данным министра финансов Алихана Смаилова, рост экономики превысил 4%. Наибольший вклад по-прежнему вносит нефтегазовый сектор. Его доля в структуре ВВП увеличилась до 21%. Я добавлю, что половина всех расходов бюджета была потрачена на социальную поддержку. Пенсии и пособия получили более 3,5 миллионов человек.